Добрый вечер, коллеги. Как меня слышно? Поставьте плюсики, пожалуйста. Слышно меня или нет? Добрый вечер, коллеги. Меня слышно? Коллеги, меня слышно или нет? Поставьте плюсики, пожалуйста. Слышно, отлично. Здравствуйте. Здравствуйте, 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 мои дорогие. Сегодня мы с вами встретились, я очень рада, я прям по всем по вам уже соскучилась, давно не проводила вебинаров. И когда сегодня я готовилась вот к этой теме, сравнительная характеристика двух каталогов Faberlic номер 10 и 11, поняла, что немножко не буду сравнивать два каталога. Расскажу вам о 10-м каталоге и расскажу о тех продуктах, которые прям вот хочу, чтобы вы обязательно о них подумали и обязательно их приобрели. И расскажу про 11-й каталог. Сегодня немножко моя тема будет по-другому. Вот так решила, так захотелось. Объясню почему. Оба каталога настолько, вот настолько много скидок, настолько много интересных продуктов, настолько просто вот кишит большими скидками, большими распродажами, и поэтому я даже сравнивать не знаю, что с чем. Можно сказать, что хочется и все с 10-го каталога купить, и все прям вот желание есть с 11-го каталога купить. Поэтому давайте мы с вами приступим и начнем говорить про 10-й каталог для того, чтобы вы вспомнили. Во-первых, для новичков, которые пришли в компанию и именно в 10-м каталоге или начали делать заказы именно в 10-м каталоге впервые, для них акция шикарнейшая. Сделай заказ на 1199 рублей. Это в ценах каталога. И получи в подарок шикарнейший набор. Это порошок для деликатных тканей и кондиционер, который даже разрешен маленьким деткам. То есть он абсолютно гипоаллергенен, он без запаха. Это как раз для тех, которые очень чувствительные натуры. Потрясающий подарок, всего за рубль, но это просто смешно. Сделать на такой небольшой заказик и получить такой шикарный подарок, сам Бог велел. Если вы еще не пригласили новичков в свою структуру, в свою команду, или если вы пригласили, но по каким-то причинам ваши новички не сделали ни одного заказа, у вас еще есть сегодняшний вечер, а еще есть у вас те, кто присутствует сегодня, еще суббота и воскресенье. Те, кто будут смотреть позже, запомните, 16 июля, воскресенье, закончится эта потрясающая акция. Поэтому нужно не просто заказать, а нужно обязательно оплатить. Расскажите, пожалуйста, своим новичкам об этой акции, потому что, ну вот, если бы я могла, я бы, наверное, каждый период бы становилась новичком, потому что подарки прям безумно хотелось бы самой. Полотенца такие мягкие. Да, правильно, Ирина, говорите. Он вообще уникальный. Они прям вот какие-то аж прям шелковые становятся. Ну, не шелковые, а какие-то вот на ощупь такие, аж бархатистые. Потрясающий. Теперь смотрите, что хочу сказать. Следующий слайд. Во-первых, спасибо огромное, еще раз говорю, уже который каталог, благодарю компанию за то, что они уравняли и соединили, и сделали акции одинаковые для других стран. Это действительно очень здорово, потому что многие новички обижались и говорили, вот я в другой стране, я такой подарок получить не могу. И слава Богу, что компания это сделала. В 10-м каталоге эта акция действует для всех стран. Я тут обозначила только Россию, Украину, Казахстан и Белоруссию. У нас стран гораздо больше. Но вот именно вот эти страны я прям проверила. Просто единственное, в их валюте этой страны новичок должен приобрести заказ. В России на 1199 рублей, это в ценах каталога, цена новичка будет намного ниже. Вы знаете об этом. Акция действует до 16 июля, до воскресенья.
На Украине 359 гривен нужно купить, это в ценах каталога. Для Казахстана на 5999 тенге, это в ценах каталога. Для Белоруссии от 35 рублей, это в ценах каталога. И новички могут получить вот такой шикарнейший подарок. Спасибо компании еще раз, что везде одинаковые подарки, и это очень удобно предлагать людям и не спрашивать, вы в какой стране живете, и дарить им эти подарки от компании Faberlic. Это такая поддержка потрясающая, я считаю, что нужно обязательно ей пользоваться, потому что это привилегии для каждого из вас. Естественно, каждый новичок, он переходит далее в стартовую программу, и сделав первый шаг, он начинает двигаться уже по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому и девятому. В стартовой программе вообще 9 шагов. Первый шаг у нас всегда меняется, каждый каталог, изменения происходят, а все последующие, они все одинаковые. Но еще раз повторю, что они не просто одинаковые. Например, вот на втором шаге, когда по стартовой программе идет новичок, то набор для рук, конечно же, останется прежний, одинаковый для всех, а вот шампуни, бальзамы и маски каждый новичок может выбрать под свой тип волос, под свою проблему, под свое желание, и это очень здорово. Если у нас на третьем шаге порошок и пятновыводитель одинаковый, то уже на четвертом шаге, и то он одинаковый, что порошок, но там можно выбрать 3 порошка, то есть можно из 3 порошков выбрать один, тот, который особенно нужен. Тоже очень удобно, каждый выбирает сам. На 4-м шаге серия Ice Stream представлена в полной коллекции, и новичок может выбрать наборы именно по тому типу кожи, который ему подходит. В декоративной косметике на 5-м шаге точно так же. Туши любые, помады цвет любой, определенная помада, но цветовую гамму может выбрать любую, тональную основу точно так же может выбрать любую, и это потрясающий момент. На 6-м шаге у нас идет набор фиксированный, но он просто удивительный, это самое то, что необходимо каждому. На 7-м шаге у нас фиксированный подарок, это 3 шага красоты, пилинг, микродермабразия, энзимный пилинг и сос-терапия. Это потрясающий продукт, очень дорогой, и то, что это идет просто в подарок, это просто уникально. На 8-м шаге опять набор декоративной косметики, там тоже можно выбрать и цвет помады, и цвет лака, это очень здорово. И на 9-м шаге получает новичок, когда он доходит до 9-го шага, это 9 каталогов нужно делать на определенную сумму заказы, то новичок получает в подарок мужской парфюм, женский парфюм, мужской гель для душа и женский гель для душа. И выбрать он может их самостоятельно. Там такой ассортимент представлен, что просто, знаете как, у новичка срабатывает, знаете, как у великого хочухи. То ли быть красивой, то ли быть богатой, то ли еще чем. Что же выбрать? И вот действительно вот на 9-м шаге уже вот ого-го, как хочется все и сразу. Поэтому рассказывайте, пожалуйста, о нашей стартовой программе. Она действительно уникальна. Она действительно дает преимущество каждому человеку, который пришел в компанию, пользоваться продуктом. Если даже человек не пришел работать, а просто пользоваться. И за это получать подарки. Только нужно брать обязательно на определенную сумму, которая зафиксирована и положена. Это правило компании. И она совсем не страшная. Поэтому рассказывайте, пожалуйста, и помогайте своим новичкам. А теперь я вам хочу рассказать про 11-й каталог и про акцию для 11-го каталога для новичков. Во-первых, огромное опять спасибо компании, что сумма закупки абсолютно одинаковая. Нам не нужно заморачиваться и думать. Потому что было время, когда в один период одна цена у нас была закупки для новичков, в другой период другая цена, сумма, и это все время колебалось. Уже на протяжении четырех периодов, если я не ошибаюсь, компания держит цену,
на которую должен закупить новичок. Это так приятно, так здорово. То есть это гораздо проще ориентироваться. Единственное, что только меняются подарки. То есть меняются картинки, а так все остается по-прежнему. Каталог у нас начинается 17 июля, с понедельника, и закончится он у нас 6 августа в 00 часов, 00 минут по московскому времени. И каждый новичок, который придет в 11 каталоге, или, предположим, он пришел в 9 или в 10 каталоге, но почему-то по каким-то причинам не сделал заказ, он может включиться в 11 каталоге и получить вот этот замечательный подарок, удивительный подарок. Это средство для мытья посуды, очень здорово пахнет, концентрированное, разводится, можно разводить 1:3. Я даже пробовала разводить 1:6, и все равно посуда в холодной воде отмывалась без проблем. То есть это уже на ваше усмотрение, как вы больше любите. Кому-то больше нравится гелевая капля, кому-то достаточно именно экономичность. И вот этот флакон 500 мл, его хватает на очень долго. Ну и также любимейшее средство всеми, кто попробовал его, это средство для плиты духовок. Я всегда знала, что оно прекрасное. Я всегда им пользовалась для плиты, для духовки. Но когда я его попробовала именно в своем ремонте, когда я увидела, что то, что мне сказали выкинуть, линолеум, еще раз повторю, может быть, кто-то сегодня находится на вебинаре и не слышал прошлого вебинара моего, скажу по-другому, начала ремонт. Сняли мы полностью кухонный гарнитур, и он очень долго, много лет стоял, и там, где была плита, это слой где-то сантиметра 2-2,5, это вот накопившийся жир, который там под плитой был. Естественно, много лет это не обрабатывалось, я просто даже не предполагала, что это такое может быть. И вот этот слой, когда увидели у меня ремонтники, они просто сказали: не, линолеум пора выкидывать. Я говорю, я хотела его помыть и маме отдать, то есть, ну, чтобы сэкономить, потому что линолеум очень дорогой, хороший. Они говорят: не, вы не отмоете. Я ходила в магазин и спрашивала, мне говорили, что есть какие-то профессиональные средства для того, чтобы отмыть это. Мне в магазине сказали, что они есть, но они могут попортить линолеум. Я очень сильно расстроилась и разозлилась, и сказала: да и хай с ним. Взяла наше средство для плиты духовок, остатки у меня были, вылила на этот жир, немножко полила водичкой, и потом еще дополнительно полила средством универсальным из нашей же коллекции с Faberlic. И оставила это на полчаса, пошла заниматься своими делами. Потом решила, думаю, дай-ка я попробую помыть. И о, какое было мое удивление и восхищение, что жир начал расползаться. И вот этот слой, который я думала, что нужно будет отскребывать, вообще никак не отскребешь, он начал расползаться, но линолеум не повредился. Для меня это было полным шоком. Да, я мыла на второй раз, потому что, знаете как, все равно остались какие-то кусочки. Я смыла первое, опять залила, опять оставила на некоторое время. И на второй раз я просто вымыла линолеум. И когда я на следующее утро пришли мои ремонтники и увидели линолеум, они сказали: не может быть, чем вы мыли? Я им показала наше средство. Они говорят: не может быть, мы видим это первый раз такое. Потому что, ну, это действительно уникальный продукт. И линолеум не повредился. Я об этом вам рассказываю, потому что, и вот знаете как, если у вас у каждого есть ваши примеры, то, что вы, для вас было очень уникально, обязательно рассказывайте. А еще лучше всего фотографируйте. У меня сейчас в телефоне есть вот все, что, чем я отмывала, что. У меня есть эти фотографии, когда я кому-то, клиентам показываю, они говорят: так, давай неси мне, маме, дяде Васе, соседке, подруге и всем остальным. А представляете, тут новичкам за рубль это дарят. Ну это вообще, это просто здорово. Поэтому рассказывайте, приглашайте, говорите новичкам, чтобы они обязательно делали заказы, обязательно получали такие шикарнейшие подарки.
Итак, переходим к следующему слайду. И здесь такой же слайд. Я вам потом эти слайды все вышлю. Вы сможете ими воспользоваться. Именно вот с этими картинками, чтобы вы могли где-то у себя разместить, кому-то рассказать, своим людям показать, приглашать конкретно вот на эту акцию, на эти картинки. И опять же повторяю, что благодарна компании Faberlic, потому что в 11-м каталоге опять повторяется та же самая сумма, и для всех она абсолютно одинаковая для других стран, и подарки тоже одинаковые, и это очень здорово. Поэтому обязательно об этом говорите. Итак, мы переходим к следующему слайду. И потрясающая акция от компании, которая будет в 11-м каталоге, это «Возвращаемся в бизнес». Это для тех людей, которые по каким-то причинам не делали заказы, начиная с 4 по 8 каталог. То есть, начиная с 4 по 4, 5, 6, 7 и 8 каталог, кто не делал заказы, для них это будет шикарнейшая акция. С 17 июля она начинается и по 6 августа действует. Необходимо приобрести продукции на 1249 рублей в ценах каталога, и тогда вот этот потрясающий набор достанется для этих людей. Это крем для рук и для ногтей, это средство для мытья посуды и средства для плиты духовок, о котором я вам сейчас рассказывала. Так что я очень счастлива, потому что не только новичкам это достается, это еще и достается тем людям, которые, может быть, были в отпуске, может быть, они просто, по каким-то причинам, сэкономили и не покупали. То есть у вас есть уникальный шанс рассказать об этом людям, которые уже в компании Faberlic. Я повторю этот момент, это не для клиентов, а это для консультантов, которые не делали заказы. Для них шикарный вот такой набор в подарок за рубль. Это просто уникально. Поэтому давайте посмотрим следующий момент. В 10-м каталоге, это я вам говорила, что будет в 11-м, в 10-м каталоге действует акция «Дарим подарки», денежные призы дарит компания Faberlic для всех, кто утвердил свой последний заказ в периодах с 8 по 9, то есть в 8-м или в 9-м каталоге, если утвердили. Для них начисляется денежный приз. Сумма денежного приза не оговаривается. У разных людей она разная. То есть у кого-то поменьше, у кого-то побольше. Но в любом случае подарки вот такие потрясающие для людей есть. И у вас сейчас в течение нескольких дней есть шикарная возможность людям рассказать об этом. Этих людей вы можете увидеть в своем личном кабинете в отчетах. Раздел «Отчеты», набираете текущие показатели, ставите галочку с неактивными, и эти люди у вас будут, фамилии этих людей будут рядышком с ними обозначена буковка «Д». Большая буква «Д» – это значит, им начислен денежный приз. И обязательно им расскажите. Им необходимо будет сделать заказ до 16 июля обязательно на 1199 рублей, это в ценах каталога. И эти деньги автоматически 100% спишутся с их заказа. Им придется намного меньше платить. 1199 рублей – это совершенно небольшая сумма, как для клиентов, а для нас она еще меньше. И получится, человек может прекрасный заказ сделать и получить еще и заплатить за него гораздо меньше. А также компания Faberlic в 10-м каталоге дарит денежный приз еще плюс и новичкам, помимо подарка. Алексей Геннадьевич Нечаев избаловал наших новичков, но я понимаю, что он их любит, и поэтому новичкам дарится плюс к подаркам еще 250 рублей на покупки. Точно так же они будут списываться при заказе,
И в этот раздел, в этот разряд новички входят те, которые зарегистрировались с 8 по 10 каталог, но до 9 июля в 10 каталоге. Все, кто зарегистрировался после 9, то есть 10 июля, они в эту акцию не включаются. Ну, к сожалению или к радости, ну, в любом случае, это правило компании, поэтому... Для определенных людей определенные подарки, для других людей другие подарки. Я думаю, что все равно все не обижены, и у всех есть шикарные подарки. Итак, смотрите, купить нужно также на 1199 рублей. Это та же сумма, что и для подарка, но еще и плюс 250 рублей. Это для тех людей, которые не утвердили ни одного заказа с 8 по 10 каталог до 9 июля. Те, которые утвердили новички, ну, они, значит, просто получат подарок в следующем каталоге и... Ну, не получат деньги, но это, я думаю, что ничего страшного, потому что они молодцы, они впереди планеты всей, и это очень здорово. Я в этот раз специально сделала, помимо России, вот такие еще слайды. Я думаю, они вам пригодятся, когда вы будете приглашать из других стран, например, из Беларуси вы будете приглашать новичков, и для них плюс 6,5 рублей на покупки. Оно действует точно так же, то есть, как я вот здесь написано, так же с 8 по 10, так же до 9 июля. И все то же самое, только сумма единственная в подарок, она по-другому звучит. Плюс 6,5 рублей – это для Белоруссии. И этот слайд вы сможете использовать и оповестить своих новичков, кто у вас из Белоруссии. И также сделала слайд для Украины. Плюс 1250... Ой, что написала? Не для Украины, это для Казахстана. 1250 тенге. Так, слайд переделаю, прошу прощения. Это для Казахстана. Вот такой слайд. Делала для Украины. Так, короче, поняла. Соединила два слайда. Обязательно доделаю, вам сброшу в чаты. И вот здесь я вам разместила еще вот такую акцию в общем формате, чтобы вам было легче ориентироваться. Это здесь вот как раз акция, про которую я вам рассказывала. Денежные призы для консультантов, которые начисляются. И важно, когда консультанты, и важно, когда будут делать новички заказы, 1199 и там сумма для России, но без учета автозаказа. Если будет появляться автозаказ, тогда нужно заказ делать немножко побольше. И необходимо сделать до 16 июля, потому что после 16 июля, 17 июля уже вот эти подарки денежные, они просто сгорят, и их у вас они автоматически удалятся из вашего кабинета. Коллеги, вы меня слышите, потому что вы так молчите? Все ли понятно вам? Есть ли вопросы по этим акциям, потому что я буду двигаться дальше? Все ли понятно? Слышим, спасибо, Дарья, благодарю. Двигаемся дальше. У матросов нет вопросов, двигаемся дальше. Отлично. Обязательно, все, хорошо, спасибо большое, что ответили. Обязательно рассказывайте и новичкам, и консультантам, и людям, которых вы приглашаете в компанию, что есть еще программа Faberlic Club, о ней прям отдельно нужно прям рассказывать, потому что, мне кажется, ни в одной компании, я точно боюсь сказать, но мне кажется, я ни в одной компании не слышала, чтобы дарили, вот человек просто делает заказы, а у него копятся бонусы, а потом эти бонусы он может обменять бесплатно на шикарнейшие продукты. Причем он может накопить на дорогой продукт. На очень дорогой продукт, и на полотенца махровые, и на халаты махровые, и на сумки, и на дорогие украшения, и, а может просто очень-очень-очень много разных недорогих продуктов набрать. Потрясающая акция, Faberlic Club, самое важное, вот расскажите, пожалуйста, самое важное, каждый каталог делать хотя бы небольшой заказ, каждый каталог.
Если у вас, вы, ваши консультанты или вы не будете делать каждый каталог, то эти бонусы будут сгорать. А если вы будете делать каждый каталог, хотя бы маленький заказ, то эти бонусы у вас будут копиться. Небольшой заказ, который можно сделать, это минимальная сумма на 800 рублей в наших ценах. Это совсем смешная сумма, потому что это просто даже, можно сказать, один парфюм и парочку, и порошок. Парфюм купить и порошок купить. Вот вам, пожалуйста, 800 рублей. И когда человек говорит, у меня нет такой суммы, ну, извините, вы в магазине покупаете порошок, вы покупаете в магазине парфюм, вы, значит, действительно его не убедили, вы не рассказали об уникальности нашего продукта. Поэтому, пожалуйста, коллеги, рассказывайте людям, рассказывайте об уникальности продуктов. Благо у нас более 5000 наименований. Я сейчас уже запуталась, уже точную цифру не знаю, сколько у нас продуктов. Потому что ассортимент настолько огромен, каталог с каждым разом растет, каталоги размножаются. Теперь у нас не один каталог, а большее множество их. И несколько каталогов Флоранж, и несколько каталогов Денос, и несколько каталогов одежды. Новый каталог появился одежды по школьной, новый каталог появился по коллекции Беллы Ахмадулиной со скидкой 45%. Новый каталог появился, какой еще? Я уже аж запуталась, каталог здоровья скоро появится. То есть у нас каталоги просто размножаются, потому что в один каталог Faberlic все не помещается. Настолько много у нас продуктов удивительных, и ассортимент настолько огромен, просто нереально. И это все можно взять вот за бесплатно. Поэтому расскажите, пожалуйста, всем. И консультантам, и клиентам. Обязательно не забывайте, что каждый ваш заказ в 10-м каталоге, который кратный от 999 рублей, это в ценах каталога, что вам начисляется, дается купон с 50% скидкой. Потому что в 12-м каталоге, а вы не представляете, что нас ждет в 12-м. Ой, некоторые представляют, Дарья нам тут это, вкусняшек набросала, да столько красивой обуви, да столько одежды потрясающей. И будут скидки 50%. Господи, надо срочно набирать заказы на 999 рублей. Да расскажите своим клиентам. Потому что когда они у вас покупают продукт на 999 рублей, один купон им достается. И они смогут с 50% скидкой в 12-м это купить, каталоги. Да, да, вообще, я прямо крылышками махала и говорила, ого, это просто чудо и просто прелесть. Поэтому, коллеги, у вас есть возможность еще в 10-м каталоге купить продукцию, и причем это акция кратная, столько раз, сколько будет по 999 рублей, столько раз у вас будет вот эта скидка 50%, столько купонов будет. Поэтому, когда вы пробиваете, пожалуйста, отслеживайте, посчитайте мне, пожалуйста, 999 умножить на 2, сколько получится? 999 умножить на 2, кто самый сообразительный? Сколько будет? Можно в среднем. Сколько это будет? Как вы думаете? Ух ты! Какая точность, какая прелесть, Вера, молодец! Но в любом случае, смотри, правильно, вот смотрите, вот очень легко. 999 это без 1 рубля. Брать группа по 2000. Вот если 2 купона, 2000. Если 3 купона, 3000. Если 4 купона хочу, 4000. Это в ценах каталога, коллеги. 5 купонов, 5000. 10 купонов, 10 тысяч. А почему бы нет? Хочу 10 купонов, у меня их гораздо больше, на распродажу именно на 12-й каталог. Хочу, хочу, хочу. И поэтому расскажите своим консультантам, что они упускают вот такую потрясающую акцию. Давайте перейдем к следующему слайду для того, чтобы я вам много рассказала, чтобы вас долго не держать. Итак, каталог номер 10. Во-первых, прежде чем я открою следующий слайд, хочу сказать, он настолько вкусный. Вот почему вкусный?
Потому что на каждой странице огромное множество флакончиков, бутылочек с такими вкусными ягодками, с такими вкусными запахами, ароматами. И все это со скидкой 40-50%. Вместе дешевле, бонусы за скидки. Боже ж ты мой, это такая прелесть, это столько можно вкусного взять себе, что весь дом будет пахнуть. Когда, знаете, когда вот, когда вы, наверное, покупаете, может быть, кто-то отследил, заметил такой момент, когда он приносит домой, например, пакет, поставил куда-то в комнату, ушел и не разобрал сразу же, то через какое-то время заходит, то комната прям пропахивает вот этим ароматом потрясающим, вот этим разноароматием. И такой нежный, естественный, прям вот знаете, как от природы. У нас это очень сильно заметно, те, кто держит склады. Потому что, когда, вот если, например, ты сидишь там, работаешь, не замечаешь этого, но если ты заходишь с улицы, а особенно, когда пришла поставка, и мы распаковываем эти коробки, то аромат стоит настолько, вы знаете, он не приторный, он не противный. У нас нету того, чтобы мы там чихали или, вот знаете как, люди, которые работают с химией для дома, им молоко выделяют, у них вредное производство, потому что они надышатся так, что потом у них болеют они этим. А у нас Фаберлик... Даже если дышишь, то вредных веществ нету, потому что настолько все естественное. У меня гели для душа, для ша, ага, точно-точно, в шкафу, вот прям можно даже поставить. Хотите, чтобы в шкафу пахло очень вкусно? Поставьте несколько каких-то продуктов или гелей для душа, даже упакованных. Вот я, например, безумно люблю ставить мужской гель для душа, потрясающий вот этот темный, там такой аромат изумительный, как, знаете, как вот, вот прям вот дорогой парфюм французский, настолько вкусно, поэтому какой аромат вы любите, вы можете поставить. Компания сейчас сделала нам пахучки такие классные, которые вы приобретаете, именно в 10-м каталоге они вышли. Вы их покупаете, распаковываете и кладете себе в одежду. Некоторые говорят, я не люблю, чтобы одежда пахла, а я вам скажу по-честному, когда я покупала себе шубу в дорогом салоне, я спросила, а почему у вас так вкусно пахнет. Они говорят, мы специально используем духи для того, чтобы моль, ну, не жила в шубах. Я говорю, а при чем тут духи? Они говорят, моль боится ароматов, моль боится духов, парфюма боится. Моль не любит вот эти сладкие ароматы. Поэтому вот эти пахучки, они обязательно спасут ваши меховые изделия, вашу шерсть. У меня, например, нету дома моли, а у некоторых есть. Я когда у мамы у моей была моль водилась, я ей принесла вот эти пахучки. Но я покупала тогда в другой фирме, а теперь, слава богу, появилась у нас. И у нее просто моль исчезла, они просто улетели. Им это не нравится, поэтому спасибо компании за благоухание, вот эти вот специальные пахучки, а еще и это полезный очень продукт. Поэтому обязательно берите и тот аромат, который вам понравится, причем там есть аромат лаванды. А лаванда успокаивает нервную систему. Очень хорошо положить это в спальню. Это вот знаете как, будет успокаивать, и вы лучше намного будете спать. О каталоге 10 могу говорить очень долго. Перехожу к слайду, иначе буду вас держать очень-очень долго. Итак, есть несколько продуктов, их гораздо больше, коллеги. Некоторые уже позаканчивались, но несколько продуктов, возможно, в вашем регионе они еще есть, и их нужно успеть купить, потому что действительно они раскупаются, как горячие пирожки. Если у кого-то нет, ну, значит, вам не повезло. Нужно делать заказы в самом начале каталога. Тогда точно вам это достанется. Простите.
Слава Богу, компания обеспечила нас огромным количеством порошков, новинкой порошка. Почему говорю раскупаются, как горячие пирожки? Потому что, вот, например, сейчас лето, и очень многие выходят на выставки продажи, на улицу, едут специально в дома отдыха для того, чтобы рассказать, проконсультировать людей, которые там отдыхают, зарегистрировать. И все, кто подходят, это просто вот нонсенс. Настолько спасибо компании за такую рекламу и Елены Летучей, которая потрясающе представляет наши порошки, и все подходят и говорят: а порошок есть? А какой надо? И они говорят: и тот, и другой. Вот у меня несколько команд в разных городах, которые ездят на флешмобы и на выставки продажи, и они говорят, я говорю: что у вас в первую очередь просят? Он говорит: порошок. Я посмеялась, думаю, ну, может быть, правда. Не было, знаете как, но когда я вышла, освободилась немножко от своего ремонта и выскочила в магазин продуктовый, встретила там свою знакомую, она говорит: привет, ты же в Фаберлик работаешь? Я говорю: да, а ты что вдруг спрашиваешь? Она говорит: у тебя порошок есть? Я наткнулась на то же самое, мои подруги начали спрашивать порошок. Но позавчера у меня произошла вообще очень интересная ситуация. Ко мне звонит женщина, мы с ней начинаем разговаривать, и она говорит: вы знаете, я хотела бы купить порошок. Я уже не удивилась этому. Я говорю: здравствуйте, отлично. Скажите, пожалуйста, в каком городе вы находитесь? Задала этот вопрос не просто так, потому что уже такие ситуации подобные были. И она мне говорит: я-то проживаю в Челябинской, в Миассе. Она говорит: а я из Перми. Я говорю: вот тебе здрасте, где ж вы меня нашли? Она говорит: а я вот услышала про порошок и очень-очень-очень захотела. Раньше, говорит, я пользовалась порошками Amway, и я настолько привыкла к этим средствам, а сейчас мне никто этого не дарит. Да, говорит, покупать самой дороговато. И она говорит: и я, говорит, понимаю, что я начала покупать в магазине, и я понимаю, что я не хочу такими порошками пользоваться. Я настолько привыкла к бесфосфатным и качественным порошкам, что я не могу уже, просто у меня уже организм не выдерживает те порошки, которые продаются в магазинах. Вот человек, который пользовался действительно качественным порошком, он сильно видит разницу. И она говорит: и вот я начала искать, где же мне найти. Благо, говорит, я немножко ориентируюсь в интернете. Вот эта замечательная леди, и она 46-го года рождения, и она ориентируется в интернете. И она говорит: я начала искать и нашла ваш телефон. И мы с ней очень замечательно поговорили, и она зарегистрировалась, она новичок в моей структуре, и я ей помогу сделать заказ. Я понимаю, что есть какие-то сложности, может, что-то не будет получаться, но я в любом случае помогу. Просто к чему я вам это рассказываю? Когда мне кто-то, не просто так говорю, когда мне кто-то говорит, например: у меня никто ничего не берет, я понимаю, что, значит, этот человек никому ничего не предлагает. Потому что если человек, например, не может рассказывать о кислородной косметике и, например, не знает, не является профессионалом, я могу понять. Если человек не может говорить о декоративной косметике, может быть, сам не пользуется и в то же время не профессионал в этом, не умеет делать визаж профессионально, я могу понять. Но когда человек, например, не говорит про одежду, ну, это, наверное, просто не покупает себе. Потому что если человек покупает нашу одежду, есть разные мнения. Одним что-то нравится, что-то не нравится, но мнение есть всегда. Но те, кто пробовал порошок, они могут его продавать. Поэтому, когда мне кто-то говорит: никто ничего не покупает, значит, он, наверное, не покупал наш порошок. Это первое, а второе, значит, он никому не предлагал его. Поэтому, коллеги, если у вас есть сложности в работе с клиентами, просто возьмите порошок, купите его. Если у вас, предположим, не сделан ни один заказ в этом каталоге, а я знаю, что таких много, ну, по разным причинам, то купите хотя бы порошки, они однозначно пригодятся вам, вашей маме, вашей сестре, вашей подруге, вашему племяннику, вашему внуку, если у вас таковые есть, вашему сыну, вашей дочке, вашей соседке, даже если, предположим, вот напишите мне, пожалуйста, кто в каком доме, какой высоты же проживает. Напишите, пожалуйста, коллеги, сколько вообще в подъезде, вот в вашем доме, этажей? Напишите.
Вот у меня 9-этажный дом, в котором я живу, а у вас? О, 16-этажный, Дарья, отлично, 5-этажный. Скажите, пожалуйста, спасибо, спасибо огромное, скажите, о, 17-этажный, 64 квартиры, вот, спасибо, благодарю. Сколько квартир только в вашем подъезде? Вот уже сразу написала Лариса, 64 квартиры, 64, я прям вот раз Лариса это написала, считайте, сколько у вас квартир. Смотрите, 64 квартиры, это 64 клиента, это 64 порошка. 64 порошка, в среднем стоит порошок 239 рублей. Ну, возьмем 240. Считайте, даже возьмем 250. 64 умножить на 250, что получается? Посчитайте, пожалуйста. Посчитайте, пожалуйста. Потому что в каждой квартире стирают белье. В каждой. Ну, в каждой. Ни одного человека не знаю, кто не стирает белье. Посчитайте мне, кто-нибудь посчитает 64 умножить на 250. Ну-ка, я уже посчитала. Коллеги, спасибо огромное, спасибо, Лариса. 16 тысяч, это на 16 тысяч только в своем подъезде можно сделать заказ. Потому что каждый пользуется порошком. Каждый. Вот каждый стирает белье. Не умеете всего остального. Предложите. Вот поставьте себе задачу. Флешмоб. В моем доме в каждую квартиру по порошку. Они вам скажут спасибо. Честно вам скажу. Тем более за такую цену это просто смешно. Тем более даже любой возраст хочет хороший порошок. А теперь давайте я вам немножко расскажу про каждый. Я знаю, что вы знаете про порошок, но давайте более подробно посмотрим, что же это такое порошок. То, что дает компания информацию, ту, которую вы можете, знаете. Порошок бисфосфатный, концентрированный, стиральный, нового поколения Дом Фаберлик. Для стирки цветных и окрашенных тканей. И универсальный. Эффективно устраняет загрязнения, полностью выполаскивается с белья и сохраняет яркость и краски ваших вещей надолго. Даже, знаете, как заметила, когда начала стирать, пока стирала с другим порошком из магазина, вначале даже он, знаете как, почему-то через 4-5 стирок эти вещи стали более яркими. То есть этот порошок вымыл тот порошок, который тот оставался на белье. Он его вымыл и потом начал увеличивать цвет. Это просто супер. 5 причин, почему необходимо просто купить для себя и рассказать каждому в вашем подъезде человеку. 5 причин. Использовать концентрированный стиральный порошок для цветного белья, ну и универсальный. Первая причина. Он эффективный. Специальные составляющие в этом порошке обладают улучшенной формулой на основе инновационного комплекса Бизим, разработанного в Германии. Только в Германии разрабатываются бисфосфатные порошки, только там, потому что там есть специальное оборудование, там есть возможность производить этот продукт, потому что производство бисфосфатных порошков – это очень дорогое удовольствие. И не каждая фирма может себе это позволить. Именно в Германии по лицензии Фаберлик разрабатывается и производятся наши порошки. Содержит повышенную концентрацию активных веществ, поэтому для эффективной стирки достаточно всего одной ложки порошка. Лучше выполаскивается из ткани по сравнению с порошком предыдущего поколения. То есть, видите, даже разница по отношению к прошлому есть. То есть она улучшенная формула, усилена. Если там смывалась, то здесь еще более усиленно выполаскивается. Биодобавки и энзимы повышают отстирывающуюся способность порошка, устраняют пятна белкового и углеводного происхождения. А такие пятна действительно очень трудно удалить. Порошок
превосходно отстирывает пятна даже при низких температурах, активен в воде любой жесткости. И это очень важно, потому что действительно в некоторых регионах вода настолько жесткая, что просто никак. Она даже мешает отстирыванию белья. Вторая причина. Он бережно относится к цветным вещам. В состав порошка входит компонент, который сохраняет и обновляет краски цветных вещей. Восстанавливает яркость, предотвращает изменения цветов ткани. Это я говорю про цветной порошок. Но универсальный он практически работает точно так же. Там просто немножко другого направления, там больше отбеливающего эффекта. А именно в цветном порошке больше направления для усиления цветовой гаммы в одежде. Третья причина. Он экономичный. 800 грамм концентрированного стирального порошка Dom Faberlic, он равен 3 килограммам обычного стирального порошка. Самый распространенный объем именно на рынке. Для эффективной стирки достаточно всего одной ложки. Вы заметили, кто заказывал новый порошок, автоматически выходит мерная ложка всего за рубль. Я думаю, что никто не обиделся от этой мерной ложки, потому что она действительно всегда пригодится. Очень удобная и специализированная для того, чтобы использовать именно с порошком. Четвертая причина. Он безопасный, порошок полностью выполаскивается даже из самых плотных тканей, не вызывает аллергического и раздражающего воздействия на кожу. Дерматологическая безопасность подтверждена сертификатом Международной научно-исследовательского института. Я не буду зачитывать, чтобы неправильно прочитать, именно немецкого. То есть это проверено и подтверждено. То есть это не мы придумали. Поэтому вот возьмите, распечатайте вот эти вот слайды, которые про порошок. Возьмите инструкции про порошок. Положите во все почтовые ящики и напишите там свой телефон. Хотите купить порошок, позвоните по телефону. И пусть люди посмотрят, потому что на самом деле, я думаю, что большая часть людей в вашем доме или хотя бы в вашем подъезде приобретут у вас порошок. Когда мне кто-то говорит, я не могу сделать заказ на 800 рублей, я говорю, а значит вы ничего не делаете. Извините, что таким голосом, но это на самом деле так. Потому что нас ищут, а мы не хотим. Еще кое-что можно про порошок рассказать. Подходит для стирки одежды всей семьи. То есть и для деток, и для мужчин, и для женщин, потому что некоторые порошки не отстирывают мужскую, например, униформу, или, например, ни в коем случае не подойдут для детского белья, потому что очень чувствительная кожа у малышей, а этот подходит для всей семьи. Пятая причина – он качественный, бесфосфатный, биоразлагаемый, то есть мы когда смываем этот порошок, и он уходит в землю, потому что мы все равно сливаем это все в землю, то земля не портится. А остальные, которые вредные вещества, они загрязняют нашу землю, потом растут растения, и потом мы едим вот это вот фосфатные продукты. И думаешь, что же, почему же мы себя чувствуем как-то не так? Не наносит вреда окружающей среде, разработан и произведен в Германии по современной технологии из высококачественного сырья с учетом рекомендаций ведущих производителей стиральных машин. Компания Дрека Веркер, прочтите ее сами, гарантирует, что качество продукции соответствует директиве ЕС. Предприятие сертифицировано по DIN and ISO 9001. Понимаете? То есть высокие технологии GMP поддерживаются. Кроме того, концентрированный стиральный порошок Faberlic отстирывает при любых температурах от 30 градусов до 95 градусов. Активен в воде любой жесткости, об этом я уже говорила. Полностью вымывается из ткани даже при коротких циклах стирки. То есть вот это очень важно. Да, экологически чистый и для среды, и для нас,
И для всех абсолютно. То есть мы, пользуясь этим порошком, мы еще сберегаем наш город и наш регион. Нашу землю бережем для наших потомков. И расскажите об этом людям. Расскажите, что они делают, когда они пользуются фосфатными порошками. Подходит для применения стиральных машинок любого типа и для ручной стирки. Представляете, какая прелесть? Только на одном порошке можно получить огромное множество вообще плюсов. Хочу еще об одной новинке рассказать в 10-м каталоге, уже ее попробовала. Это специальное средство, крем отбеливающий. Я вам прям про него прям подробно сейчас зачитаю, потом расскажу, что я хотела бы о нем сказать. И тут же картинку показываю. Специальная сыворотка, которая убирает пигментацию, если у нас действительно таковая есть, а у многих она есть, это по разным причинам может быть, это другая тема, но пигментация бывает как у молодых, так и у взрослых дам. И с ней бороться очень сложно. Итак, новый крем, который вышел, выпущен в 10-м каталоге, я рекомендую его обязательно взять и обязательно купить сыворотку, потому что он действительно уникален. У нас такого еще не было, это действительно новшество. Крем с моментальным осветляющим эффектом. Артикул 1163. Содержит специальные микронизированные пигменты, которые мгновенно осветляют и матируют кожу на целый день. Я сейчас зачитаю, потом расскажу свои ощущения. Придают ей естественный натуральный оттенок без границ нанесения. Крем обеспечивает пролонгированную защиту от UV-излучения. И есть именно SPF 15, особенно актуально именно в летний период. И даже когда пасмурно, все равно через тучи, даже через оконные стекла, например, в транспорте, все равно проникают лучи, которые невозможно приостановить, и они все равно воздействуют на нашу кожу. И особенно на лицо. Если одежда у нас одета, то лицо у нас постоянно открыто. И здесь есть SPF фактор 15, который защищает и альфа, и бета-лучи. Есть витамин С, способствует осветлению, препятствию появления пигментации. Обладает мощным антиоксидантным действием и содержит в составе есть депантенол, восстанавливает и увлажняет кожу. Я хочу сказать огромное спасибо компании за этот продукт, потому что у меня есть проблема с пигментацией. Ну, по разным причинам у меня она уже возрастная. И как бы я ни старалась, что бы я ни делала, все равно, вот начиная где-то с весны, летом, нет-нет, да, оно высыпает, и ничего я с этим поделать не могу. Но, например, есть крема, которые от загара или для загара, там есть крема, которые идут со специальным SPF-фактором, но у них очень плотная текстура, и их, конечно же, лучше наносить именно, когда вы у воды или где-то на природе целый день. Для повседневного использования немножко они некомфортны. Знаете, в каком плане? Они прекрасно защищают, но на них декоративную косметику неудобно наносить, потому что крема сами по себе жирноватые, и матирующие эффекты не происходят, и кожа поблескивает. А этот крем, я вам расскажу смешную историю. Я его купила, очень рада была, прям ждала, и когда он появился, я взяла. Естественно, первый раз я прочитала, ну и без задней мысли выдавливаю, как я привыкла выдавливать крем, который я наношу обычно на лицо, какое количество надо. И я понимаю, что его очень много, потому что я стала, знаете как, когда я его разнесла, я стала белая, как вот знаете как делают гейши, вот когда они закрашивают свое лицо белым цветом. Вот я стала похожа на гейшу, сказала, упс. Так, такое количество наносить нельзя. Я поняла еще один потрясающий момент. Флакон, он 50 мл, и я представляю, насколько его хватит, потому что его нужно буквально, знаете как, вот на указательном пальчике, вот есть вот, посмотрите каждый на свой указательный пальчик, и вот на нем вот переверните, есть вот такой, знаете, как кругляшочек, пятнышко вот, пимпочка такая вот на указательном. Вот такое количество небольшое необходимо на все лицо.
Я была удивлена. Я, когда на второй день наносила, нанесла уже меньше, все равно много. И вот уже потом поняла, что чуть-чуть больше рисового зернышка достаточно для того, чтобы разнести по всему лицу, для того, чтобы высветить, именно сделать лицо достаточно светлым, для того, чтобы пигментации как таковой не было видно, и для того, чтобы... Хватило на все лицо. Я была поражена экономичностью этого крема. Это первый момент. Второй момент. Я была удивлена, насколько прекрасно матирующий эффект. Это не значит, что он, знаете как, что он, как сказать, пересушивает кожу. Нет. Просто эффект, вот знаете, даже пудру не нужно наносить. То есть действительно эффект такой, как будто уже вы нанесли пудру. То есть вот от этого крема. Это второй момент, который мне понравился. Третий момент. Я когда прочитала, что пролонгированный эффект, я с утра наносила, и на целый день мне его хватало. Конечно, если вы будете много на улице и где-то, например, купаться, то вам, конечно же, дополнительно необходимо будет нанести, может быть, более толстый слой, в зависимости от того, какие проблемы, насколько сильно у вас пигментация. Но в любом случае очень хорошая укрывистость, очень приятный в нанесении, и, знаете, очень быстро впитывается, то есть он не остается на лице, он какой-то пленочкой покрывает, которая, в принципе, не мешает, не стягивает, вот, то есть, вот, состояния дискомфорта абсолютно нет, абсолютно комфортный крем. Я даже не знаю, с чем его сравнить, он вроде бы как маскирует лицо и делает более таким, знаете, как... укрытым как тональная основа, но не тональная основа. Конечно, если вы, у вас лицо загорело, для вас он будет белым. Но вы можете нанести более тонкий слой, потому что позволяет прям совсем маленькое количество нанести. И он уже будет работать, потому что будет SPF 15 работать. И витамин С, он очень полезен для кожи, именно восстановление и увлажнение кожи. То есть крем потрясающий. Я купила 2 флакона, думаю, зачем купила 2? Мне одного хватит, я не знаю, на сколько времени. То есть шикарный продукт, берите себе, рассказывайте клиентам, это актуально сейчас, особенно в августе все-таки нас, говорят, порадует природа, и мы все-таки начнем солнышку радоваться, и солнышко начнет припекать. И поэтому вот этот крем особенно показан тем, которые ходят на работу, и можно нанести прекрасно декоративную косметику поверх этого крема и получить огромное удовольствие. Блюр, вот он немножко другой. Вот я блюром пользовалась. Спасибо, Ольга, что вы написали. Блюр, он по ощущениям очень приятный, он какой-то шелковистый. Он... Эффект создается со стороны, как будто бы у вас нету дефектов на лице. А этот, он какой-то, вот эти, как будто бы вы, я скажу, как будто вы нанесли толстый слой пудры. Вот, вот такое ощущение. Хотя нет ощущения дискомфорта. Вот точно надо попробовать. Я довольна абсолютно. Я понимаю, что этот крем я буду теперь носить с собой. Спасибо компании. И я прям вот, я пользуюсь буквально, сколько, дай бог, чтобы не соврать, 5 дней. Пока эффект, конечно же, четкий я вам не скажу. Но вот то, что я могу выйти на улицу вот в этом креме даже на скорую руку и не нанести где-то декоративную косметику, мне приходится сейчас очень быстро собираться, открывать двери для строителей и многое другое, очень быстро можно привести себя в порядок и выглядеть конфеткой. Поэтому вот посмотрю, что будет дальше, потому что мне действительно хотелось бы понять. Но все-таки рекомендую для тех, у кого есть проблемы с пигментацией и большие, использовать и сочетать его еще с 2 другими средствами. Это концентрат для осветления пигментных пятен серии «Эксперт». И я теперь прекрасно радуюсь, что у меня он есть, и в комплексе это будет давать больший эффект, потому что концентрат, он более длительного действия, он постепенно, но я о нем чуть позже расскажу, обязательно вам покажу, вот он более длительного действия, действительно вот эту пигментацию убрать очень сложно, и он работает на длительную дистанцию, то вот этот крем с осветляющим эффектом в комплексе с концентратом, это просто уникальное средство, потому что пока
концентрат, то есть сыворотка, работает на длительную дистанцию, этим вы можете уже перекрыть и где-то прикрыть те дефекты, которые вы хотите скрыть. Поэтому в комплексе это будет шикарно. И три шага пилинг серии «Эксперт». Это микродермабразия, энзимный пилинг и сос-терапия. Тоже же с SPF-фактором восьмерочкой. И можно в комплексе это использовать. Почему рекомендую три шага пилинга? Потому что если у вас большое количество пигментации, есть проблемы с этим, об этом я уже много в разных видео рассказывала, то благодаря вот этой серии, трем шагам, вы можете просто вычистить, убрать вот эти дефекты, убрать цветовую гамму. Мы даже убирали витилигу. Есть у меня такой случай, конкретно человек с проблемой витилиги, она не убирается практически ничем. Мы вот благодаря этим трем шагам мы убрали у человека, не полностью убрали, неправильно сказала, мы убрали вот этот ярко выраженный эффект. В некоторых местах просто даже кожа стала естественной и белой, и нормальная кожа, и убрались пятна, и видимость этих пятен стала намного меньше, и человек счастливый до безумия, благодарен вот за эти средства. А сейчас я вам хочу просто рассказать несколько слов про сыворотку, потому что она действительно уникальная. Я о ней почему-то вам не рассказывала, просто говорила, но не рассказывала подробнее, и хочу, чтобы вы услышали об этом, чтобы вам легче было предлагать для людей, кто страдает, то есть для решения проблемы. Сейчас она с 50% скидкой, почему я делаю акцент. У нас осталось всего 2 дня, до 16 июля она с 50% скидкой, вы можете взять несколько, себе, маме, дяде Васе и тете Вере. Концентрат для осветления пигментных пятен серии «Эксперт», артикул 1058. Это программы альтернативного возрождения кожи. Это действительно альтернатива салонной процедуре. Это в составе этой сыворотки инновационные продукты. Пока описание идет. Инновационные продукты решат проблему без помощи пластической хирургии и без салонных процедур. Формулы препаратов вообще в серии «Эксперт» и методики для домашнего использования разработаны на основе методов эстетической медицины. Это действительно продукт очень высокого уровня. И по такой цене это просто смешно. Я бы сказала, что это практически профессиональный подход именно к улучшению состояния своей кожи. Принцип работы средств серии «Эксперт» – решить проблему быстро, эффективно, безопасно и надежно, без осложнений, без побочных эффектов, не прибегая к радикальной медицине. Итак, одна из возрастных проблем – пигментированные пятна. Это действительно возрастная проблема, и очень многие женщины знают, что это такое. Их образование вызывает избыточное скопление меланинового пигмента в коже. Решить данную проблему поможет концентрат для осветления пигментных пятен. Давайте посмотрим, как он работает. Его свойства. Он осветляет пигментные пятна, вызванные воздействием УФ-лучей, гормональными изменениями и процессом старения. Понимаете, вот именно, очень часто бывает, вот где-то в других фирмах я читала и видела, что некоторые средства работают только или от УФ-лучей, или только от гормональных изменений, или только от процессов старения. Вот это работает на все направления, поэтому если вы возьмете образовавшееся во время... Да, можно, Ольга, на самом деле можно. Единственное, что нужно обязательно использовать тогда все три направления, три средства. Вот, то есть эти и три шага, и вот эту сыворотку, и еще дополнительно тот крем. Это будет немножко более длительно, но оно однозначно у вас станет вначале светлеть, а потом в конечном итоге спрячется. Вот что делает эта сыворотка?
Тут вот написано, результат использования, темные пигментные пятна бледнеют, тон кожи выравнивается. Не написано здесь. Когда мы проходили обучение, то нам рассказывали про эту сыворотку такие вещи. Что она делает? Первое, она высветляет. Второе, она прячет пигментные пятна глубже, в более глубокие слои кожи. За счет этого получается эффект. Пигментацию полностью убрать невозможно, это действительно это проблема, это уже нарушение определенное. Но за счет вот определенного направления она прячет и высветляет, и ее становится намного меньше видно на коже. Клинические исследования проводили лаборатории Infinen, опять не буду читать, Испания. Простите, коллеги, я во многих моментах профессионал в прочтении английского, испанского, французского и немецкого, я не гуру, поэтому извиняюсь заранее. На предварительно обработанных клетках человеческих миоцитов результаты, то есть клинические исследования были, результаты исследования показали, что синтез меланина снижается на 40-50% по сравнению с необработанными контрольными образцами. То есть вот сыворотка, она прекрасно работает вот на осветление, но еще и прячет. И поэтому в комплексе, я думаю, что каждый из вас будет просто доволен, и ваши клиенты. Но говорите, что сывороткой нужно пользоваться довольно длительно. Но она наносится локально на конкретную проблему. И ее много наносить не нужно, то есть она экономична. И в это очень здорово. Итак, скидка 50% сейчас, у вас осталось 2 дня, приобретите для себя, и это вам средство обязательно поможет. Итак, успейте купить выгодные предложения. На самом деле в 10-м каталоге много предложений, которые выгодны. Я вам расскажу о некоторых, потому что вот смотрите, я сколько рассказала о некоторых продуктах, и мы с вами практически уже час находимся вместе, даже больше часа, а я вам только про некоторые рассказала. Хочу рассказать вам, чтобы вы обратили особое внимание, в каталоге 10 это Доброген Актив. Это действительно здоровье и движение наше. И это действительно вот Доброген, которому я очень-очень-очень благодарна. На него сейчас скидка 50%. Буквально несколько дней осталось. Ну вот я говорю, 2 дня осталось. До 16 июля скидка 50%. Купите, не пожалеете. Объем большой и вам хватит на очень долго. Кому показан вообще вот Доброген? Доброген показан для людей, которым уже за 35 лет. Это однозначно, потому что с 35 лет начинаются уже возрастные изменения в костной ткани, после 40 особенно. Тем, кому за 50, 60, 70 особенно показан Доброген. Я это могу говорить не понаслышке. Если многие читали мою статью по Доброгену, который был из Эдельстар, как мы спасли спину моего мужа, и она перестала у него болеть, то сейчас у меня новая история есть. Моей маме, она с 35 года, моей маме 83 года. И моя мама всегда такая шустрая была, а тут, смотрю, начала хромать. Я говорю, что случилось? Она говорит, когда встаю с кровати или посижу долго на кресле, встаю, все, не могу встать на ногу, то есть бедро болит. Она из машины стала выходить очень тяжело. Я понимаю, что возраст, но какая она была всегда живчик, и вдруг вот такое, мне, конечно, очень грустно было на это смотреть. И я говорю, мам, давай мы с тобой попьем Доброген. Давай я тебя научу пользоваться им, ты его попьешь. Могу сказать, после... Я ей купила 3 Доброгена. Сразу объясню, зачем. По прошлым показаниям я знаю, что желательно 2 пропить подряд. Потом сделать перерыв месяц и пропить 3-й.
Мы с мамой так и сделали. То есть подряд она пропила два доброгена, и сейчас прошел месяц, она пьет третий, как закрепление. Могу сказать точно, что она мне начала говорить вот такие показатели. Она говорит, была слабость, не было аппетита, было состояние усталости. После доброгена, когда я начала пить, я начала прям вот хотеть есть. Многие скажут, я худею, зачем хотеть есть? Вы знаете, это для тех людей хочется есть, у кого была действительно слабость. У кого слабости нет, вот я пила доброген, кушать я после доброгена не хотела. У мамы именно, видимо, восстановление пошло. Это первый момент. Второй момент. Она стала легче вставать с кровати и из дивана. Могу сказать, что после выпитого одного доброгена мама перестала хромать. Я спросила, у тебя не болит? Она говорит, побаливает, но не хромала почему-то, а то как гусыня ходила. После двух выпитых доброгенов, вот именно упаковок, я была удивлена. Она нормально ходит, все, я ей говорю, мам, ты что нормально ходишь? Ты мне скажи, у тебя болит? Она говорит, да нет, я забыла. Я говорю, вообще не болит? Она говорит, да нет, я забыла. Я говорю, а как ты встаешь? Она говорит, да нормально, никаких проблем нету. И для меня это показатель. Если в таком возрасте, уже я представляю, какие изменения возрастные произошли в организме моей мамы, 83 года. Я прекрасно понимаю, если в таком возрасте доброген помогает себя лучше чувствовать и помогает, то я представляю, что нужно всего немного для человека, который гораздо моложе. Итак, доброген актив, что он делает? Натуральный диетический пищевой продукт применяется при болях в суставах и позвоночнике, артрозах, артритах, остеохондрозах, травмах, переломах, восстановления в послеоперационный период. Артикул у него 15358. Показания к применению. Предотвращает разрушение хрящевых тканей в суставах и межпозвоночных дисках. Укрепляет суставно-связочный аппарат при больших нагрузках на суставы и позвоночник. Не вызывает побочных эффектов, сочетается с фармацевтическими препаратами. Нужно, необходимо всего 10 грамм, 1 столовая ложка без горки или 2 чайные ложки с горкой напитка смешать со 100 миллилитрами воды утром натощак. Можно с молоком, можно в кефире, можно в йогурте или в соке. По вкусу сам доброген, если в воде разводите, он по вкусу вкус арбуза. Такой нежный, легкий вкус арбуза. Очень приятный, я даже и в соке можно не разводить. Но если кто-то специфически относится к каким-то вкусовым качествам, то можно развести и в молоке, и в кефире, и в йогурте, и в соке. То есть он приятный на вкус. Это получается 100 миллилитров, это не целый стакан, это половиночка, пьется очень легко, вода должна быть простая, не горячая, то есть комнатной температуры. И он такой получается немножко, как, знаете, как жиденький кисель, или как жидкий, как густой компот, так бы я сказала, что-то между компотом и киселем. При использовании молока, кефира, йогурта или сока пищевая энергетическая ценность увеличивается. Поэтому это даже еще выгоднее, если вы будете, например, то есть это у вас будет как своего рода такой мини-завтрак с утра. Вообще принимать один раз в день натощак за 40 минут до завтрака. Мама моя все время по утрам ходит, возраст такой, любит она покупать что-то со скидкой, искать там молочко или хлеб. И она говорит, как же я буду до завтрака? Я говорю, мам, ты утром встаешь, выпила вот этот доброгенчик и пошла в магазинчик. Пришла из магазинчика, покушала, и все прекрасно. Поэтому это очень удобно, и если вы, предположим, в магазин не ходите, а вам на работу, утром проснулись, выпили доброген, потом пошли делать свои дела в ванную, там готовиться и все остальное. И потом уже можете позавтракать. Но это действительно уникальнейший продукт, и о нем можно говорить долго. Я рекомендую каждому из вас, потому что именно даже он еще показан спортсменам, которые высокие нагрузки, а летом особенно высокие нагрузки. Поэтому доброген актив нужно покупать, он со скидкой 50%.
Что еще нужно брать в 10 каталоге, прям рекомендую обязательно. Во-первых, обратите на страничку, где вот эта вот домашняя аптечка, вот эти три продукта. Они все три уникальные. При покупке двух, каждый по 159 рублей цена каталога. Но я сейчас расскажу вам об одном продукте, а не о всех трех. Можно взять, например, два разных, два одинаковых. Я вам расскажу сейчас о том продукте, о котором я очень рада, что компания вернула его. У меня вот, я экспериментирую это все на своих близких, и поэтому вам рассказываю такие волшебные истории. Крем с аргинином. Это потрясающий продукт, который пришел к нам из фирмы Сингара, когда компания Сингара присоединилась к нам. Сейчас вы знаете, что продукта Сингары нету, и очень многие очень сожалели, что крема с аргинином нету, ну как же так? И вот когда он появился, те, кто попробовал, они постоянно его брали, они были очень счастливы. Я вас всех поздравляю, крем с аргинином теперь есть у нас, и он именно в домашней аптечке. И в этом каталоге он очень по выгодной цене, я вам рекомендую каждому взять обязательно две штуки, и он вам пригодится обязательно. Это уникальнейший продукт. Я буквально совсем немножечко вам написала здесь, чисто по составам, чтобы рассказать. Но вообще этот продукт я узнала, знаете как? Ко мне пришла подруга и говорит: слушай, я тут в каталоге увидела крем с аргинином, дай мне 5. Я говорю: а зачем тебе столько? Она говорит: ты что, у меня болит коленка, я мучаюсь, у меня вообще вот проблемы со суставами. Я раньше в другой фирме, вот в Сингаре, постоянно покупала вот этот крем с аргинином. И только благодаря ему убирала болевые ощущения, потому что это его нанесешь, и буквально через полчасика уже болевых ощущений в суставах нет. Я говорю: да ты чё? То есть вот я даже не знала, к нам пришла только фирма, ну как вот компания Сингара, и я вот узнала об этом продукте вот с уст вот моих знакомых. Итак, артикул у него 1676, в разделе «Домашняя аптечка» зелененькая, там это плюсик стоит. Это универсальное средство с активной формулой, то есть он прям активно действует, которое снимает раздражения и способствует регенерации кожи, эффективный при ушибах и при растяжениях. Как раз вот летом, особенно, когда детки падают где-то там, или вы где-то оступились, ногу потянули, но особенно вот летом, шишки, синяки упали по асфальту коленкой, вот. Крем с аргинином – незаменимая вещь. У нас уникальный продукт «Новофтем», который можно использовать. И вот этот крем с аргинином, он прям просто-просто удивителен. В составе аргинин он улучшает защитную функцию кожи и положительно влияет на регенерацию поврежденных тканей. То есть где, например, содрали где-то кожицу, аргинин моментально заживит и очень быстро восстановит структуру кожи. То есть кожа начнет нарастать новенькая. Флавоноиды каштана, которые находятся в этом креме, способствуют восстановлению эластичности сосудов. А крем с аргинином, забыла вам сказать, что для тех, у кого есть предрасположенность или проблема к варикозному расширению вен, именно крем с аргинином очень хорошо помогает. При нанесении он укрепляет стенки сосудов и делает их более эластичными. Мы даже пробовали крем с аргинином, знаете как, на лице у тех, у кого есть купероз, то есть где вот, например, вот эти вот красненькие звездочки, прекрасно работает этот крем, хотя он вроде бы как для тела, для ног, для тела. На лице вот эти звездочки очень-очень быстро и моментально прекрасно убирает вот эти вот купероз. Поэтому крем с аргинином нужен каждому. Имбирь в составе снижает риск воспалений, то есть дезинфицирует прекрасно. Имбирь вообще это шикарный продукт, который повышает иммунитет. И
он будет очень хорошо работать на восстановление. Донник улучшает венозное кровообращение, особенно вот для тех, у кого есть такая проблема. Устраняет застойные явления в тканях. Это, то есть, что такое застойные явления в тканях? Например, синяк это прекрасно уберет. И подорожник в составе. А подорожник, вы все знаете, наверное, с детства, даже когда бегали где-то, мы там хлоп, упали, где-то расцарапали, брали подорожник, тьфу, на него плевали, там прилепляли, и подорожник лечил наши ранки. Вот подорожник есть в этом креме с аргинином. Чистенький, хороший подорожник, который повышает свертываемость крови при ушибах. То есть, вот это, знаете, как я бы сказала, мини-аптечка, а маленький крем вот этот, ну, он не маленький, он приличный такой по объему. Вот это мини-аптечка, которую вы можете носить в сумочке. Особенно, если вы поедете куда-то в отпуск. Обязательно его нужно брать с собой, потому что вы же не знаете, вдруг там что-то произойдет. Поэтому крем с аргинином сейчас очень по выгодной цене. Его я рекомендую, там срок годности приличный, и вы можете взять прям несколько флакончиков для того, чтобы обеспечить себя на летнее время, на всякие пожарные, на всякие ситуации, потому что действительно ситуация, особенно летом и в отпуске, происходят абсолютно разные. Это я вам рассказала про новинки каталога, и еще про одну новинку хочу рассказать. Мы вам уже сбрасывали видео, давала Екатерина Калашникова, потрясающий продукт, потрясающий рассказывала об этих продуктах, вот новой серии антиакне. Она прям вот как врач-дерматолог, косметолог, она просто рассказала досконально про каждый продукт, поэтому я не буду углубляться в это, но хочу рассказать про один продукт, и прям вот понимаю, что куплю полностью всю серию. Хочу, чтобы вы обратили внимание на точный аппликатор антиакне. Но прежде чем приступлю, расскажу, что делает вообще вся эта серия. Серия «Эксперт Анти-Эйдж» специально разработана для кожи, склонной к появлению прыщиков. Если у вас такое есть, это значит, вам пригодится. Несовершенство черных точек с расширенными порами, утолщенным роговым слоем и неровным рельефом. Именно для этих людей показана эта серия. Но хочу рассказать про точный аппликатор «Анти-Эйдж». У меня бывает нет-нет, да, выскакивает то там какой-то маленький такой угорёчек. Мне всегда это не нравится. Ну, есть... Хоть я и исправила свои проблемы с жирностью и с угревой сыпью, все равно работа сальных желез, ну ее не исправить, а оно, ну, от природы у меня жирная кожа, поэтому нет-нет, происходит такая ситуация. Раньше был в коллекции специальный вот такой точный аппликатор, но он был белого цвета, и когда он подсыхал, то получалась такая, знаете, как белая корочка, и его можно было наносить только на ночь. И днем его не нанесешь, потому что это будет такое бельмо на лице. Потом есть у нас точный аппликатор, который из молодежной коллекции, он работает как тональная основа, и, но есть, мне очень нравится, потому что прекрасно тонирует, но если вы, например, сотрете это место того точного аппликатора, будет красное пятнышко. Тут я была поражена, когда взяла этот точный аппликатор. Шикарно, я так счастлива. Теперь его можно, он, знаете как, он белого цвета, но когда вы его наносите, он превращается в какой-то гель. И когда вы наносите, он очень быстро впитывается, то есть он бесцветный. Точно аппликатор бесцветный, поэтому вы можете нанести утром, когда приводите себя в порядок, нанести на него декоративную косметику, и он целый день будет у вас работать под декоративной косметикой. Я такая счастливая, вот то, что он бесцветный, раз. Второй момент, я была в восторге, потому что все равно те аппликаторы, которыми я раньше вот из этой коллекции были, они прекрасно работали, но все равно более длительно, нужно было 2-3 дня. Я тут удивилась, у меня... Ну, попала пыль, не буду причины рассказывать, может быть, из-за ремонта, потому что пылища.
Ну, в некоторых местах, на самых видных местах появились вот такие вот шишечки, и прям мне дискомфортно стало, думаю, болящие прям. Я нанесла этот точный аппликатор, в течение дня бегала, забыла это, и когда на следующий день, думаю, так, нужно нанести опять, и когда я начала наносить, во-первых, вот эти места стали абсолютно безболезненные, для меня это удивительно. То есть, понимаете, там произошел процесс вот этого купирования процесса внутри, моментального купирования процесса. То есть, видите, вот обеспечивает экспресс-действие, то есть очень быстро. Я не читала, я просто нанесла, доверяя компании. Но я заметила, за день вот этот процесс остановился. Это раз. Во-вторых, гнойничка не образовалась. То есть кожа не лопнула. То есть оно раз, и как-то вот что-то там произошло, что просто маленькая шишечка начала сдуваться. Вот, кстати, сегодня вот сейчас трогаю то место. Второй день я намазала, за два дня у меня нету вот этого угоречка. Это как? Знаете, как? Вот для меня это правда волшебство. Я очень счастлива, потому что если это так быстро, это прекрасно. Смотрите, в составе есть салициловая кислота, она подсушивает воспаление, предотвращает появление угревой сыпи. Предотвращает, это круто. Обладает антибактериальным эффектом, супер. Экстракт магнолии успокаивает покраснение и раздражение. Обладает антибактериальным и противовоспалительным действием. И применять, наносить средства точно на проблемные участки 1-3 раза в день. Это в зависимости, видимо, от того воспаления, которое у вас есть. Если оно действительно очень набухлое, оно большое, то, конечно же, лучше в течение... Вот знаете как, вот представляете, как здорово, не вечером только на ночь. Вы можете носить, он такой маленький, длинненький, знаете, как флакончик для век. И вы можете прям вот точно, прям чуть-чуть нанести, вбить, и его не видно, и вообще прекрасный продукт. Причем я точно знаю, что вот эти точные аппликаторы наши, особенно антиэйдж, они прекрасно работают на, если появляется герпес, например, на лице, на губах там или на носу. Я знаю, что я... предыдущим 3 дня и герпеса как не бывало, но приходилось наносить только на ночь, потому что сушило, и вот этот вот цвет был белый, на день никак, поэтому волшебное средство себе в сумочку, расскажите своим знакомым, потому что, ну, мы все не застрахованы от того, что у нас могут быть гормональные изменения, и, естественно, кожа реагирует на эти гормональные изменения как в юности, так и в определенном возрасте. Коллеги, вы меня слышите или нет? Такая тишина. Все ли вам понятно? Не устали ли вы? Не устали ли вы, потому что я буду двигаться далее. Буду торопиться, чтобы вас долго не держать, хотя держу долго. Но не могу я мало говорить. Могу говорить о нашем продукте вообще часами, стараясь каждый раз поменьше, поменьше, но все равно так не выходит. Коллеги, вы здесь? Ответьте мне, пожалуйста. Вижу, что кто-то пишет. Нет, не здесь или нет, не устали, Вера? А, интересно. Ой, Нелечка, здравствуй, моя дорогая. Давно тебя не видела, очень рада. Хорошо, я продолжаю тогда. Не устали, отлично. Для меня вот это важно. Спасибо большое. Давайте двигаемся дальше. Что же еще хотела бы я вам рассказать? Конечно же, спасибо. Конечно же, обратите внимание на потрясающие скидки на парфюм. Я вам на прошлом вебинаре рассказывала, что и 50%, и 60%. Я прям вот просто их вместе объединила. Смотрите, какие скидки, какие цены на самые удивительные, самые продаваемые парфюмы. Вот один только парфюм Pour Toujours чего стоит? Всего за 999 рублей в каталоге. Это просто смешная цена. Потому что обычно цена Pour Toujours этого парфюма 1500 со скидкой простой. А так он 2 с лишним. Поэтому обязательно еще просмотрите, коллеги, просмотрите, покажите еще своим клиентам, напомните, что они могут купить свой любимый аромат, который им понравился или который может понравиться. Потому что, во-первых, это действительно шикарная скидка, раз. Во-вторых, парфюм производится во Франции. Я не буду рассказывать про парфюм, потому что в следующую среду, на следующей неделе,
Я буду давать тему парфюмерия на вебинарии. Мы вам обязательно сбросим ссылочку, и там я более подробно буду рассказывать о нашей парфюмерии, рассказывать о продукте. Но могу сказать точно, если вы хотите, чтобы ваши клиенты обязательно приобрели наш парфюм, и чтобы они были довольны, вот самое важное. Потому что приобрести могут приобрести, но могут быть недовольны. Обязательно приобретите для себя пробники. Потому что когда одно дело вы показываете, другое дело вы наносите это парфюм на руку, и человек может подходить, подумать, пощупать, то есть сжиться с этим ароматом или нет. Если он действительно сжился с этим ароматом, то он с удовольствием приобретет большой флакон, он будет вам безумно благодарен, и он будет очень-очень-очень безумно рад, что вы ему предложили такой аромат. Потому что если правильно подобрать, вот сколько клиентам, кому я правильно подобрала, они до сих пор довольны, благодарят мне и постоянно приобретают, и спрашивают, а можно давай новый какой-нибудь попробуем. Поэтому обязательно просмотрите еще раз каталог, обязательно купите парфюм для себя, потому что с такой скидкой 50%, а еще для консультантов полные баллы, это такая шикарная возможность доделать, закрыть прекрасно этот период, этот каталог, нагнать какие-то обороты. Поэтому, если вы хотите действительно закрыть каталог прекрасно и хотите сделать заказы и получить подарки, о которых я вам выше говорила, именно и денежные призы, и вот и подарки для новичков, купите парфюм, не ошибетесь, купите порошок и парфюм, не ошибетесь, обязательно все получите. Поэтому обязательно просмотрите, там ассортимент огромный, скидки от 50%, но более подробно расскажу в следующую среду, ссылку сброшу. Итак, коллеги, написала, собери весь набор, у меня есть такая рубрика, вы знаете, из двух каталогов, но честно скажу, что в этот раз не стала этого делать, выложила только вам одну картинку, потому что действительно в каждом каталоге компания Faberlic предлагает новый и новый ассортимент со скидкой. То есть, например, в одном каталоге одни позиции со скидкой, в другом каталоге другие позиции со скидкой. И действительно, вот средства для дома, наша косметика для дома, можно в одном каталоге купить, например, 3-4 одного направления со скидкой, а в следующем каталоге купить уже 3-4 следующего. И получится собрать полный набор потрясающих средств безвредных, о которых я вам рассказывал. Поэтому обязательно еще раз внимательно сравните два каталога, посмотрите, что в этом каталоге выгоднее приобрести, а что в следующем. И составьте списки, что вы берете в этом каталоге, что в следующем. Тогда вы будете это делать грамотно, тогда вы будете это делать, знаете как, экономично для своей семьи, тогда вы будете, можете предложить клиентам просто полный набор. То есть, когда вы составляете для себя этот набор, так, мне нужно средство для ванны, так, мне нужно средство для плиты духовок, мне нужно средство для посуды, какое выбрать, выбрали, мне нужно средство, например, там для унитаза, мне нужно порошок, мне нужно пятновыводитель, мне нужно там, например, средство для ковров, и вы составили для себя список. И еще мне нужно вот эти вот пахучечки, которые мне помогут, чтобы не было в моем доме, особенно летом, когда жара, никакой моли. Эти ароматы не от моли, они для вашего благоухания, для приятного аромата. Но я вам выше говорила, что используют ароматы специальные профессионалы, которые знают, что действительно моль очень боится, когда пахнет вкусно. То есть моль любит, когда пахнет невкусно. Поэтому, коллеги, обязательно приобретайте. И когда вы составляете такой список для своей семьи, то вы можете потом с этим списком просто прийти к своей подруге или к тем же 46 или 64 соседям, которые в вашем подъезде, и предложить им. Если вы даже начнете отрабатывать
прорабатывать просто свой подъезд со своими знакомыми, то вы уже будете делать прекрасные личные объемы сами. Ваши клиенты будут, соседи, довольны, вы будете довольны, ваш наставник будет счастлив, и ваши новички будут, когда будут говорить, я не умею делать, вы будете их обучать, как им это сделать. Если у вас нет возможности или вы боитесь куда-то пойти далеко, идите к своим соседям, вы с ними здороваетесь. Просто поговорите с ними, расскажите, покажите. Да элементарно у кого-нибудь дома соберитесь, как домашний кружок, и возьмите, покажите, как работают ваши средства. Или фотографии покажите. Они будут поражены, будут вам благодарны. Поэтому обязательно сравните и соберите полный набор косметики для дома от компании Faberlic. И тогда ваш забот никаких не будет для дома. Итак, коллеги, мы сейчас начинаем говорить о новом каталоге. Буду стараться говорить очень быстро, прям буду бежать. Ну, во-первых, огромное спасибо компании за такое огромное множество скидок и приятных моментов для клиентов и для людей, кто пришел пользоваться продуктом. То есть вот для потребителей это просто супер, для клиентов это самое лучшее. То есть если покупать, вот смотрите, как пишет компания, теория большого сел. Если покупать любимые продукты по суперценам, можно не только поднять себе настроение, но и прекрасно сэкономить. И она абсолютно права, и она нам дает огромное множество наивкуснейших акций, огромное-огромное множество. Если вы все-таки лидер и ориентируетесь в том, чтобы действительно делать личные объемы и групповые объемы, то, пожалуйста, обращайте внимание, не покупайте только все со скидкой. Есть продукты, которые уникальны и со скидкой, и в то же время это даст вам полные баллы и даст вам потрясающую возможность всегда быть в тренде, то есть и сэкономить, и в то же время действительно сделать свои, то есть ну, положенные свои цели выполнить. Итак, давайте приступим. Еще в 11-м каталоге, вот в 10-м, я вам говорила, еще можно успеть, и в 11-м каталоге продолжается акция 50% скидка на летние скидки. Это будет в 12, вот 10-й, 11-й мы накапливаем вот эти вот купоны, и в 12-м будем говорить «йо-хо» и покупать огромное множество потрясающих продуктов с 50% скидкой. Поэтому не упустите эту возможность, обязательно отслеживайте, на какую сумму вы приобретаете, чтобы у вас было кратное. Если помните, мы считали проще, например, на 1000, 2000, 3000, 4000 и так далее. Итак, давайте перейдем к следующему моменту. Компания запускает «Дарим добро», и вы все знаете, что компания спонсирует и помогает определенной фирме, которая выращивает собак для слепых людей, которые собаки-поводыри. И вот из этого ассортимента вот различных там всяких подушечек, всяких интересных таких штучек, смотрите, сколько их много, даже флешечка появляется, и очень и собака. Когда вы это будете приобретать, то вы должны знать, что вы отдаете. То есть вот эти деньги будут перечисляться для выращивания собак-поводырей, для того, чтобы люди, которые не могут ходить сами, чтобы у них была возможность такую собаку получить, потому что собака-поводырь стоит очень дорого. Но это отдельная тема, я сейчас не буду в нее вникать, но помните, каждая купленная вами какая-то даже маленькая безделушечка, маленькая какая-то подушечка или маленький кулончик, он принесет пользу тем людям, то есть дарим добро тем, которые обделены тем счастьем видеть и ходить самостоятельно. Поэтому, коллеги, рассказывайте об этом, говорите своим клиентам, потому что в мире гораздо больше добрых людей, чем злых. И добрые люди с удовольствием приобретут и помогут, ну, вот этим людям. Поэтому рассказывайте. Ура, ура, ура! У нас появляется новый аромат бьюти-кафе.
У нас был любимый аромат бьюти-кафе 11, теперь у нас уже бьюти-кафе «Каприз». И очень хочу его понюхать, потому что по составу читала, понимая, что он будет сладковатый, и в то же время он будет какой-то такой действительно очень-очень сексуальный. Но компания в 11-м каталоге, у вас есть уникальная возможность купить два парфюма и получить третий в подарок за бесплатно. Но эта акция не для всех. Точнее, она для всех, но для тех, кто не сделает определенных шагов. Обратите внимание, чтобы получить в подарок бьюти-кафе «Каприз», необходимо несколько шагов. Первый шаг. Необходимо, если у вас были утверждены заказы с 17 июля и по 6 августа вы еще сможете сделать, утвердите заказ Faberlic с 17 июля по 6 августа, то есть в новом каталоге. Вы после этого, как только вы утвердите, выберите два аромата Beauty Cafe Caprice 60 мл, артикул у него 30-15, и на втором шаге оформления заказа в разделе промо-акции у вас появится такая вот эта акция, которую вы сможете приобрести этот аромат. На втором шаге при покупке двух ароматов еще один будет автоматически добавлен в ваш заказ всего за рубль. Акция кратная, поэтому можно, если два, значит будет третий, если четыре, значит будет пятый получается. Понятно? То есть акция кратная, столько, сколько вы возьмете, столько будет вам подарков. Аромат в подарок предлагается за каждую пару флаконов. Чем больше заказ, тем больше подарков. Поэтому добро пожаловать, берите, рассказывайте, тем более парфюмы – это один из самых продуктов, которые всегда можно продать, которые всегда востребован и которые всегда мы берем, каждый человек берет себе парфюм. Поэтому обязательно обратите на эту акцию в следующем каталоге. В следующем каталоге в 11-м бонусы за покупки, каталог Faberlic 11. Давайте посмотрим. Опять огромное множество бонусов, громадное-прегромадное. Смотрите, и объем, и губные помады, и блески, которые бесцветные, и блески, которые цветные. И такой ассортимент вообще бонусов, огромное множество. И губная помада 3D за 159 рублей, и за 79 вот эти бальзамы лечебные, и блеск за 179 рублей. То есть шикарнейшая вообще акция, потрясающая, бонусы за покупки шикарные. Поэтому обязательно внимательно смотрите и все запомните, пожалуйста, правила. Очень многие ошибаются. Все, что вместе дешевле, например, две нужно продукции купить или три купить, это оформляется на основном шаге. Все, что необходимо, бонус за покупки, оформляется на втором шаге в промо-акциях. Не путайте этого. Тогда это все будет со скидочкой. Итак, следующие бонусы тоже потрясающие. Это тушь объемная, она делает потрясающе шикарные ресницы и всего за 159 рублей. Точно так же идеальный цвет лица, это вот тональная основа, бонус за покупки всего за 349 рублей в каталоге. Я считаю, что это очень хорошая стоимость, потрясающая скидка. Обязательно обратите внимание на эти бонусы. В 11-м каталоге еще есть бонусы за покупку. Это вот три аромата, и вы можете выбрать любой из них. Можно сладковатый, можно легкий, как, знаете, как воздушный ветер. Можно такой теплый, желтый аромат. Вы можете просто любой аромат из этих и любые эмоции получить. Именно эти ароматы идут бонус за покупки. Я не говорю, на какую сумму необходимо купить, вы это увидите в каталоге. Точно так же бонус за покупки всего за 149 рублей, это маленький парфюм 15 мл.
бьюти-кафе, это который сейчас у нас есть, не новый, который сейчас, но я люблю очень этот аромат, очень многие его приобретают, это один из самых продаваемых ароматов, и поэтому иметь такой аромат пудровый, такой приятный, и в конечной ноте там сандал, но об этом мы поговорим в среду. Так вот, этот аромат иметь в сумочке очень удобно и комфортно, поэтому бонус за покупки обязательно такой приобретите. Шикарный бонус за покупки, это коллекционные ароматы, это те ароматы, я скажу вам, для тех, кто недавно пришел, что это такое. Много лет назад у нас были определенные парфюм, потом его убрали, и мы, многие консультанты, прям просили, пожалуйста, верните эти ароматы, ну верните, мы их любим, ну пожалуйста, и компания пошла действительно навстречу просьбам консультантов, и создала коллекцию из вот этих востребованных эксклюзивных ароматов, просто сделала их в одинаковой коллекционной упаковке, и средняя упаковочка, то есть по объему. И здесь то, что можно их купить за 249 рублей, это вообще потрясающие продукты. Там есть и терпкие для брюнеток, там есть и легкие для блондинок, и для шатенок. Поэтому обязательно возьмите пробники, найдите свой аромат и используйте и бонус за покупки. Обязательно и показывайте своим клиентам, рассказывайте об этих ароматах. Шикарный продукт. Точно так же бонус за покупки в 11-м каталоге, огромнейший ассортимент наивкуснейших продуктов, как и в этом. Огромное множество там и гелей для душа, и много-много, и крема, и все такое. Всего от 69-65 рублей разные это. Бонус за покупки 89 рублей на средства для ног. О них нам прекрасно рассказывала Дарья Титова. Она давала шикарную тему, как правильно ухаживать за ножками. Она рассказывала о каждом средстве. И я много об этом говорила, поэтому у вас у каждого есть возможность приобрести любой продукт, выбрать тот, который необходим. Но почему говорю поторопитесь, потому что обычно такие продукты покупаются в первую очередь, и эти бонусы в первую очередь забирают. И когда уже потом заходите, вы промо-акция есть, а продукта какого-то любимого нет. Поэтому старайтесь оформлять заказы уже в самом начале каталога, для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами. Итак, новинки 11-го каталога. Ух, какие они потрясающие. О некоторых просто так вкратце, а некоторые прям вот хочу обратить внимание ваше. Ну, во-первых, у нас появляется шикарная подводка вот такого удивительного цвета, ультрамодного, такой желто-благородного цвета и зеленого. Сейчас очень модно разные именно делать стрелки. И прекрасно показано, какие они бывают, как их лучше делать, как выводить. Эта картинка удивительная. И если у нас до этого было огромное множество разных цветов, то сейчас у нас добавляется еще два цвета. И поэтому можно действительно что-то такое летнее, экстраординарное создать, и потому что это последний писк моды, поэтому обязательно обратите внимание на это. Потрясающий продукт появляется у нас в ассортименте, о нем более подробнее расскажу в следующих вебинарах, но могу сказать одно, специальная тушь, которая без цвета, которая делает ресницы наши более пушистыми, более длинными, то есть это своего рода, это не своего рода, это основа под туши, то есть когда вы этой кисточкой нанесете средство, которое находится внутри в тубе, то ваши ресницы станут подкрученными, объемными и длинными. Даже можно смоделировать, то есть вообще объем можно увеличить. И после этого уже вы можете наносить любой тушью, именно тушью уже, зеленой, синей, черной, какую вы любите. Вы начнете наносить, и ваши ресницы станут, знаете, такие удивительно
знаете, как будто они наклеенные, потому что вот я этот продукт еще не пробовала, не брала, но такой продукт уже пользовалась, и когда работала, именно делала визаж, то на теле подводками рисовать. О, конечно, можно, а почему нет? Оно же смывается потом. Это будет вообще очень красиво, да, правильно, Ольга. Вот раньше продукт, который был подобный, я просто действительно могла создать такие ресницы, как будто наклеенные. Поэтому обязательно обратите на этот продукт, прям жду не дождусь, обязательно его приобрету для себя. Хоть у меня ресницы и длинные, но в любом случае это очень красиво. Поэтому обязательно купите его, обратите на него внимание. Появляется новый продукт в серии по уходу за ногтями. Это вот такой, знаете, как основа под лак. Он такой нежно-бежевый. То есть, если даже ногтевая пластина, может быть, где-то там некрасивая, может быть, что-то, ну, больная или еще что-то, то она немножко скроет дефекты и прекрасно будет работать и сделать ваши ногти крепкими и здоровыми. Вообще, этот, вообще вся серия очень хорошая и абсолютно недорогая. А тут еще и вот этот новый продукт, который можно носить под лак как основа. Он такой нежный, нежный цвет, то есть его можно как отдельно, а можно под лак. Поэтому обратите на него внимание, на эту новиночку, потому что они все похожи и можно пропустить. Еще есть новинка, о которой я хочу рассказать, но более подробно мы дадим обязательно на эту, об этом продукте, на эту, об этом продукте дадим отдельную тему. У нас появляются дезодоранты, которые, во-первых, идут для очень чувствительной и для кожи, которая может давать какую-то аллергическую реакцию. То есть вот эти дезодоранты – это чувственная свежесть и комфорт в течение всего дня. То есть увлажнение, не буду долго говорить, могу только сказать, с молочными протеинами. И 48 часов держит. Действительно, знаете, это вот что-то с чем-то. Это удивительно, чтобы дезодорант держал 48 часов, но был еще и полезен. Это действительно нонсенс, то, что компания создала, но она создала это. И действительно это проверено, и есть специальные, ну, в общем, вот эта проверка, где она проходила, и мы об этом продукте вам более подробно расскажем, потому что у меня вот прям вот, мне хочется более подробно потом рассказать, что такое, значит, молочный протеин. Что это такое? А это действительно очень полезный, очень необходимый продукт для многих нас, которые используются именно в косметологии. Но обязательно просто купите и попробуйте этот продукт. А вот об этом продукте я прям хочу обратить ваше внимание. Новинка каталога. Во-первых, у нас появляется шампунь в серии «Эксперт Фарма», который... В серии «Эксперт Фарма», который лечебный для жирных волос. Я прям очень счастлива, потому что действительно есть у меня знакомые, клиенты, которые давно спрашивали про него. О нем я чуть попозже расскажу, но хочу обратить ваше внимание, что на той же странице, где новиночка именно для жирных волос, набор продается для тех, у кого есть проблемы с выпаданием, с алопецией, многие другие проблемы. Об этом я тоже много раз рассказывала, не буду говорить, вдаваться. Но это шикарные продукты, которые я попробовала на себе, я вижу результаты, и я знаю, насколько они уникальны. И многие мои клиенты и знакомые попробовали и очень довольны. Прям целый набор со скидкой потрясающий. Поэтому обратите внимание, это уже в 11-м каталоге. И про новиночку хочу сказать. Шампунь для жирных волос. Регулирующий шампунь, причем он называется. Артикул 1670. Это идеальное решение для мужчин и женщин с жирной кожей головы. Регулирует деятельность сальных желез. Представляете, шампунь регулирует, это круто. Контролирует микрофлору кожи головы и обеспечивает ее комфорт.
подходит для ежедневного применения. То есть, если очень большие проблемы у кого-то вот есть у людей, то можно каждый день мыть голову, ваша голова, ваши волосы будут прекрасными, то есть они будут шелковистыми, красивыми, но вы не повредите волосы, потому что вы моете каждый день. А у тех, у кого жирные волосы, действительно приходится мыть каждый день. И для них это вот они все время страдают от этого. Поэтому этот шампунь на каждый день без проблем. Состав и действие содержит уникальный комплекс, опять не буду читать, прошу извинения, уменьшает выработку себума, борется с перхотью, зудом и раздражением, восстанавливает естественный баланс кожи головы, работает уже с первого применения. То есть вот если есть такая проблема, берите этот шампунь, и вы действительно восстановите работу сальных желез, и потом будете пользоваться простыми шампунями, которые подходят для ваших волос. Я очень счастлива, спасибо компании, я даже знаю, кому я могу предложить. Вы сейчас уже можете, пока каталог не наступил, накидать фамилии, кому бы вы предложили. Ну так, аккуратно, чтобы не обидеть этого человека, если вы в хороших взаимоотношениях, я думаю, что он поймет, почему вы ему это предложили. Так, неужели я картинку не сделала? Ай-яй-яй, подождите. Картинку, похоже, не сделала, коллеги. Итак, протеиновые батончики. Это со вкусом кокоса и со вкусом шоколада у нас появляется. Артикул 15470 и артикул 15471. Вкусный и полезный перекус для современного ритма жизни. Где бы вы ни находились, чтобы не выбирать между вредными перекусом и голодом, теперь вы всегда можете брать с собой богатые белком низкокалорийные батончики, потому что белок необходим, особенно когда мы, например, работаем над коррекцией веса, или мы, например, не хотим переедать и где-то в дороге, то вот эти именно батончики, они питательны белком, это, соответственно, полезно для нашего организма, но еще и низкокалорийные, потому что многие стараются шоколадку купить или что-то такое, чтобы хотя бы восполнить свой голод. Основные компоненты – это сыворотка молочная сухая, изолят соевого белка, концентрат сывороточного белка, премикс витаминный, содержит высокую концентрацию белка и 10 необходимых витаминов. Представляете, 10 необходимых витаминов. Это витамин С, ниацин, Е, пантеновую кислоту, витамины группы В, фолиевую кислоту и биотин. Представляете, вы едите вкусную шоколадку, но она полезна для вашего здоровья, и вы от нее не поправляетесь. Я прям счастлива безумно, прям хочу. Надолго утоляет чувство голода, удобно брать с собой и всего 129 килокалорий, то есть очень маленькое содержание килокалорий. Надеюсь, может быть, я все-таки найду картиночку. Ух, не ту картинку вставила, простите. Ну, я думаю, что вы найдете в каталоге, картинку найдете, главное, что это у нас будет. Заказывать необходимо заранее в новом каталоге, потому что выгодные предложения. Сейчас скажу вам несколько выгодных предложений, совсем чуть-чуть осталось, коллеги, чуть-чуть потерпите. Совсем чуть-чуть. Во-первых, не совсем суперценные, но я бы сказала, что суперценные в каталоге номер 11 на школьную одежду. Там не написано суперцены, это мое видение, потому что если сравнить школьную одежду в магазине и посмотреть такое же качество, наша школьная одежда и та, сравнить качество и сравнить цены, то я бы сказала, что наша школьная одежда – это суперцены. По-другому сказать невозможно. Есть отдельные каталоги, вы можете их приобрести, и в отдельных каталогах более большой ассортимент, но в то же время
много именно одежды выложено в основном каталоге с обратной стороны в 11-м. Появятся и кроссовочки, и туфельки, и спортивные костюмы, и юбочки, и джемпера. И если вы действительно хотите обеспечить своего ребенка, или у вас есть знакомые, которые будут отправлять в школу своих деточек, то, пожалуйста, обязательно уже заранее начните приобретать эту одежду. Очень надеюсь, что Дарья нам расскажет, даст тему по школьной одежде, потому что у нее действительно есть, что нам рассказать, и если у нее получится, мы будем счастливы, потому что она на себе это испытала, потому что у нее есть школьник, и она много всяких тонкостей знает. И точно так же рекомендую обязательно обратить внимание на рюкзаки и на вот маленькие термосы, на сумочки. Вот сразу рекомендую, если вам нужен такой термос, заказывайте его заранее. Потому что вот я успела схватить в прошлый раз, когда школьную одежду представляли, а многие так и не смогли приобрести его. Я очень ему довольна. Это размер большой кружки, очень плотно закрывается, то есть не разольется нигде, нажимается. То есть мне удобно. Я себе взяла, я в машине с ним езжу. Это у меня получается кофе на дорогу, если я рано выехала. Я нажимаю на кнопочку и могу из трубочки попить кофе. Поэтому для своих деток обязательно приобретайте аксессуары, потому что может получиться такое, что когда вы надумаете, уже будет поздно. Поэтому не ждите. Не ждите никого. Обязательно обратите внимание на скидки, на крема в 11-м каталоге. Можно полностью весь набор собрать. Проликсир там просто шикарная скидка 50% на всю коллекцию. 40% скидка на гардерику. 55% скидка на реноваж. И, по-моему, 55% скидка на Матриджинил. Короче, в общем, вот эти наборы кремов, очень выгодные цены, очень выгодные продукты, всегда это необходимо, всегда это востребовано и для клиентов, и для вас. Но точно так же это всегда продукты, которые по полным баллам. Поэтому, господа консультанты, не упускайте эту возможность. Суперцены каталога на средства по уходу за волосами, и краски, и шампуни. Ну и обязательно обратите внимание на средства именно для укладки. Я надеюсь, что я как-нибудь прям полностью дам вам эту тему. Очень люблю наши средства для укладки. Не буду долго рассказывать, скажу несколько буквально слов про них. Первое, что мне нравится, не утяжеляют волосы абсолютно. Ни пена, ни спрей, ни лак, ни гель не утяжеляют волосы абсолютно. Это очень здорово. Второе. Держат прекрасно, но не делают корку на голове. То есть ощущение, как будто бы у вас нормально расчесанные волосы. А если вдруг раз потрогаете, лак. Но внешне, визуально вы вообще не увидите. То есть настолько они какие-то легкие для применения. Третий момент. Можно наносить средства, именно которые для укладки, даже на сухие волосы. У меня была ситуация, мне нужно было срочно. Ездили мы на фестиваль успеха, и целый день мы ходили, голову мыть было уже некогда. Я думаю, что же делать? И я на сухие волосы нанесла нашу пену. После этого уложила феном. На улице была буря, страшнейший ветер, побрызгала нашим лаком, и у меня прическа не изменилась вообще. Знаете как, я знаю, просто когда приходишь в парикмахерскую, когда тебе делают прическа, чтобы не изменилась вообще, то на утро ее расчесать волосы просто нереально. Я спокойно на утро расчесала волосы, не выдрав ни одного волоса.
Я сказала, какая прелесть, поэтому я всем вам рекомендую. Приобретайте наши средства для укладки. Это уникальнейшие продукты. Кстати, обратите внимание, в этом каталоге посмотрите, и в следующем, в 10 и в 11. Возможно, некоторые, не помню, у меня всегда есть запас этих средств, потому что я их люблю. Вероятнее всего, есть какие-то средства в этом каталоге по определенной цене. Берите все или по очереди, или наберите полный ассортимент. Я точно знаю, что вам это понравится. Естественно, суперцены в каталоге 11 на средства для дома, но я об этом уже вам сказала, что посмотрите два каталога, сравните, что вы возьмете в 10 каталоге, что вы возьмете в 11 каталоге, для того, чтобы создать полный ассортимент всего продукта, чтобы выгодно это вам было. Обязательно посмотрите, потому что все средства уникальные. И спасибо компании, что они начали выкладывать в каталоги товары Денас. Это здорово, 40% скидки на сам аппарат, к которому присоединяются все остальные средства, которые можно покупать индивидуально, работать. Вот этот аппарат, можно работать с ним как с детками маленькими, так и со взрослыми, так и с пожилыми людьми. Но особенно важно, что можно работать с детками. То есть там есть определенная настройка. И поэтому я рекомендую, чтобы у каждого в доме был он. И с такой скидкой вы сможете обязательно взять. Потому что, ну, про Денас можно рассказывать много. Я не совсем сильна в этом. Я сама только учусь. Вот серьезно. К нам компания Денас пришла недавно, и я сама только учусь. Но я уже попробовала, себе взяла очки, ну, много взяла продуктов, взяла кардио для своей мамы, она делает каждый день, научила. Причем, знаете как, многие боятся, что вдруг будет сложно, там абсолютно не сложно. Поэтому 40% для своей любимой мамы, у которой есть, например, проблемы, или для своего папы, у кого есть проблемы с давлением, для них как раз подходит вот этот продукт. Поэтому обязательно обратите внимание, покажите своим клиентам, ну и обязательно берите каталоги, которые, вот видите, вот здесь вот видно, его видно каталог, вот он, что он есть, и в нем более подробное описание, потому что, во-первых, вы поможете своим клиентам быть всегда здоровее, вы поможете своей семье, своим близким быть всегда здоровее, а третий момент, как для консультантов, это прекрасные доходы и замечательный объем баллов, который всегда будет для вас очень полезен, если вы в позиции лидера. Если вы в позиции потребителя, то вы точно возьмете один раз и надолго и будете получать огромное количество удовольствия от этого продукта. Также появляется огромное количество суперскидок на парфюм, но об этом я буду говорить в среду. Я вам уже это сказала, поэтому сейчас акцент ставить на этом не буду. И не забывайте про инструменты продаж, про каталоги, про журналы, потому что в каждом журнале идет подробное описание новинок, продуктов, как пользоваться и многое-многое другое. Если вы не покупаете журналы, то вы теряете очень много. Покупайте их и покупайте обязательно пакеты, предлагайте своим клиентам пробники, потому что это тот продукт, который дополнительный для вас и который поможет и вам, и вашим клиентам сориентироваться. Итак, коллеги, осталось всего немного времени до закрытия 10 каталога. Я рекомендую вам задуматься и сделать для себя что-то самое важное, потому что неудачник – это не тот, кто не имел шанса, а тот, кто шанс получил и им не воспользовался. Я желаю, чтобы вы никогда, никогда не стали такими неудачниками, потому что я знаю точно, что вы обязательно воспользуетесь всеми преимуществами компании, всеми преимуществами от наставников. И вы действительно с достоинством закроете этот каталог
и вступите в 11-й с новыми результатами. Спасибо вам большое за ваше внимание, всем успеха и роста в новом периоде. Я на этом закончила. До свидания, мои дорогие. До свидания.